первый водопад в этой деревеньке, который встретился нам очень внушительный, довольно-таки облагороженная. Hello! Пенат. Очень колоритные бабули, и отказать им было нереально. Купили вообще килограмм орехов, которые нам вряд ли здесь успеть съесть, но ничего, с собой возьмем. Сейчас, короче, будем подбираться поближе к водопадам, солнышко выглядывает. И, конечно, зашибенный лаос, и просто... Я даже не знал, честно скажу, что настолько он зайдет, причем с первых дней. Обратите внимание, сделано в лаосе. Красотища просто бомбическая. А воздух какой здесь чистый. Все в одной стране собрано, ну вот, и красоты, конечно, здесь неописуемые, просто сказка. Но посмотрите, но это разве не красота? Потрясные виды открываются, которые мы вам сейчас еще сверху покажем. Просто офигенно. Я даже не знаю, как эмоции передавать. Ну, мне кажется, вы по видео все сами видите. Я периодически пытаюсь хорошие кадры делать для того, чтобы эти эмоции с помощью камеры передать на видео. With the waves that carry on, in the same renewing motion, and our hearts left by the ocean, those footprints will be gone.
просто атас, реально атас. И причем он состоит, этот водопад, из нескольких ступеней, ну вот, которые сейчас обязательно я вам постараюсь передать на камеру. Блин, это бешенство. Здесь реально как бы еще облагорожено так под местный манер. Если обратите внимание, сзади меня, я пытался приблизить, кстати, издалека, тоже такой рукотворный мостик, ну вот, который, в принципе, очень колоритно здесь смотрится и, конечно, добавляет этому месту такого изыска, реально изыска. Ну и куда же без моих постановочек сейчас парнишка пройдет, и типа никого нет, и я прогуливаюсь один по этому мосту великолепному. На самом деле все очень безопасно, даже если навернешься, в принципе, есть шанс, что ты ничего себе не сломаешь и, скорее всего, выживешь. Довольно-таки облагорожено, как я уже сказал. Молодцы ребята здесь стараются. И за вход, кстати, вообще ни цента не взяли с нас, ни рубля. Вот на этом мосту я только что был, так, к сведению. Больше постановок, наверное, хватит на сегодня. Очень жарко. Ну, может быть, еще, конечно, сделаю. Все ради вас. Подписывайтесь, подписывайтесь. Обязательно. Двигаем к следующему водопаду. За мной он сейчас. Вы увидите его. Второй водопад тоже зашибенный, красоты, но он даже помощнее будет, широкий такой и мощный. А, кстати, и ребята там наверху споласкиваются, что можно сделать, если пожелаете, и вам без проблем тут и разрешают купаться.
Очень шумно, поэтому говорить, конечно, о чем-то, да я думаю, вы все сами видите. Босоножки снял, шурую, короче, к обрыву к самому. Мне разрешили официально. Ребят, мы свое сегодняшнее путешествие, сейчас уже вечереет, как видите, да, уже солнце село, 15 минут буквально и потемнеет все. Я снимал эту табличку для того, чтобы вы имели в виду, если пойдете по тому же маршруту, что и мы, указан водопад 5 километров, он уже не существует, там уже дамба стоит поплотнее, которая здесь, которая установлена здесь, я здесь тоже по дамбе прошелся. Но она по сравнению с этой вообще малипучкой, поэтому там как бы вообще абсолютно водопад отсутствует, который был ранее. Он довольно-таки масштабный был, но не больше, чем этот, конечно. Очень приятный бонус на обратной дороге нас ждал. Это два слона, которых я запечатлил. Прикольные кадры получились.
грустное, конечно, такое завершение прогулки для этих слонов. Их сажают на цепи, а завтра они будут кого-нибудь возить. Я уже неоднократно выражал свои, даже наши семейные, как бы, наши семейные отношения к данному виду развлечений, если это можно так назвать. Скорее, это как издевательство. Это не развлечение, это и больше издевательство. Но, опять же, жизнь у каждого своя, и выбор вы делаете сами. Поэтому думайте, прежде чем совершать какое-то действие. Каждый шаг, он должен быть осознанным, как я всегда говорю в своих видео. И продолжаю это говорить. Thank you.